День добрых дел. Год назад в списке проблем Игоря были одни сплошные «не». Не может обходиться без посторонней помощи, не идет на контакт со взрослыми, не общается с детьми, не может заниматься в группе, не знает, как нужно правильно себя вести. Дело в том, что у Игоря аутизм, а через год он должен пойти в школу. Родители мальчика не знали, что делать, как помочь ребенку, пока не попали в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорога добра». Мама Игоря говорит, что Центр «Дорогу и добра» оказался тем самым местом, где ее сыну смогли помочь. Там есть квалифицированные педагоги, создана удобная для детей обстановка, и на каждое занятие в помощь педагогам приходят волонтеры. Игорь целый год занимался в группе подготовки к школе, и к концу учебного года почти все его «нет» превратились в «да». Теперь Игорь спокойно сидит за партой, включается в работу, слушает педагогов. Игорь бегло читает, у него отличное абстрактное мышление, математика дается ему без проблем. Сейчас он уже больше знает об окружающем его мире. Конечно, не все так замечательно. Несмотря на беглое чтение, Игорь не всегда понимает прочитанное. Во время урока может встать и выйти из класса. Не понимает, как правильно. Не всегда может применить свои знания в незнакомой обстановке. Ему еще многому нужно научиться в ближайший подготовительный к школе год. По крайней мере, у мамы и педагогов центра есть надежда на то, что Игорь сможет пойти учиться в инклюзивный класс в обычную школу. К сожалению, без нашей помощи Игорю не справиться. Один учебный год работы Центра «Дорогу и добра» стоит 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем Центру собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда Игорь и другие особые ребята, которые занимаются в Центре, смогут научиться говорить, читать и считать, посещать детский сад, а потом и школу. Отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Ребята» и сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.